Я уже в поезде, блин, я думала, что я опоздаю, потому что я не могла найти нужный поезд. А еще я купила вот такого осьминога. Его зовут Гриша. Еще я вчера все-таки выпила супрастину, как видите, моим глазам стало намного лучше. А теперь смотрите, это чай, обычный чай, вот, да? Знаете, сколько он стоит? 150 рублей. Знаете чего? Я хочу деньги. Я люблю деньги. Я никогда и ничто не любила так, как люблю деньги. Деньги — это мое все.